I come to make an announcement. Shadow the Hedgehog's a bitch ass motherfucker. Земля квадратная. Офигенно. Очень полезный факт. Так, правило. Хорошее начало. А что, все на английском? Нет, на японском. Нет, серьезно. Ну почему все на английском? Ну так нечестно. Нет, прикалывайся. Иди на. Бля, как бы тоже квадратная. А хуй треугольный. Ебать. О. Ага. И как мне пройти? Нормальный хуй. Просто ворота закрыты, блять, в эту хуйню. Ебать, ну надо с собой ломик носить. На такие случаи, или отмычку. Может, не на мусорку забраться? Я тебя хуй знает. Может, там бомж тебе поможет перелезть за борт. А, иди в хуй. Блять. Да-да, лезь в мусорку, я вспомнил, ты же там жену свою найдешь. Я тебе сейчас ебал начищу. А в смысле? О чем мне? А, у меня же ключи есть, подожди. Заебись. Нет? А как? Блять, меня подписчики с говном сожрут нахуй. Хотя они у меня и. У меня их и не было, блять, ни разу. Да. Заебись. А и чё мне делать, блять? И как это проходить? Киливай нахуй, ты просто пи***ц какой-то. Пустите! Блять, может у нас сломанная эта карта, я хуй знаю. Блять. Ну? Ну тут написано в книжке. Я попробую подвинуть этот контейнер. Ну, я подвинул его. Ебать, серьезно? Надо было на лестницу встать сначала, запрыгнуть на один контейнер, на второй, а потом уже через забор перепрыгнуть. Охуенно. Я прошел, блять. Боже, это пиздец, я ебал. Блять, что за х**а? Блять, вот когда дождь идет, лагает, пизда, нахуй. Шейдеры снись. А у меня тут нет шейдеров. Снюсь. Блять. А, блять, пиздец, залагало. О, как весело, как я люблю эту хуйню. Мне сказали, через спортзал надо как-то пробраться, потому что центральная дверь закрыта, блять. О, ну здесь уже есть побольше выбора. Куда пойти? О, нихуя. Ебать, где я? О, вот и дверь. Джим. I'm boss of this gym. А, закрыто. Ключи не помогают. Сука. Паркур тоже не помогает. Чем делать? А. Нотс. Так. Ну, блять, открывайся. Так. Написано, сказали сломать окно кирпичом. Вопрос, где мне кирпич найти? Приходите к нам в город.
на район. Подойдите к... Вот там вы найдете очень много красных. О, во, кирпич, блядь. Заебись, все, я пошел стекла ломать в школе. Давай нахуй. Сразу разбери ее всю. Ебашим. Чувак, у нас школа. На нахуй. О, записочка. Время 6 утра. Баскетбол ногой. Мы в щи. Блять. Ну записка, ты похуй на нее. Так, даже с этой стороны дверь не открывается. Блять. Угу. А дальше что? Типа это что, мир спасет? Понятно. Все двери, блядь, закрыты абсолютно. Блять! Какого хуя баскетбольный мячик сам прыгает? Чё за хуя? Вот это, блядь, мистика. Спасибо, я обосрался. Улица, блядь. А куда мне идти? Скорее всего, на улицу. Блядь. Закрыто. А, блядь! Ебаная псина, блядь. Понятно. Единственная дверь вот здесь. И она идет нахуй. Блять. О, ключ заработал. Ура. Да дай пройти, блять, сука. Ну, полчаса открывается. Ебать. Закрыто. Закрыто. Ты это вообще что хупай? Ой, блядь. Кто, блядь, здесь ходит, сука? Съебайся нахуй, моя школа. Ой, не надо, только без этих звуков, пожалуйста. Хуй пальто, блять, почему все двери закрыты? Это день закрытых дверей. Пошел нахуй. Шутка. Блять. Сама ты, блять. Лестница. Ну, спасибо, блять. Хуй лестница. Залупа. Кончан игра. Это черная что ракушка. Такое? Что такое кончан игра? На испанском это ракушка. Да? По-моему, да. Или на итальянском, я не помню. Помню я на испанском. Тоже. По-моему, это Андрей. О, я открыл что-то, ура. Блять. Ты открыл новый уровень. Долбоеб. О, листочек, дай. Дай листочек. О. Понятно, спасибо. Так. Не надо мне листочек. Так, my fresh, так. I'm so fresh, nigga. Блять, я открыл эту хуйню. И чё теперь? I'm so fresh, nigga. Suck my nuts, да-да. I'm so fresh. I'm so fresh. Ладно, I'm пошли nigga. Дальше. Мне похую, если nigga. Честно. I'm so fresh, nigga. Suck my nuts. So fresh, nigga. Suck. Блять. Я хочу пиццу. Хоти. Я хочу курить. Блять. Все заблокировано нахуй. Что делать? О, что-то нашел. Ключ. Я курить хочу. Ебаная псина, залези. Блять. Кто, блять, кинул кирпич в окно?
Обмутки, ебаные. Здесь кто-то есть, нужно быть осторожнее. Иди нахуй. Кто, блядь, это сделал? Это был я. Да давай уже, блядь. Здесь нихуя нет. Мусорка, блядь. И нахуя мне нужно было открывать эту дверь? Какой смысл? А, меня заблокали. Охуенно, мне что-то надо здесь сделать. Вопрос, что? В мусорку залезть, я хуй знает. А, офисы. Все, нашел. Извиняюсь. Ну давай, блядь. О. Это пиздец какой-то, блядь. Я сейчас усну. Я тоже. О, что ты в чатик отправил? Давай вот не курить. А-а-а. Иди нахуй, я бы сейчас сигаретку закурил. Я бы тоже. Нота де директор. Альфонсо директор. Ебать, вот это имя. Ну-ка. Понятно. Нихуя непонятно. Так, ну я здесь все вроде взял. Мне больше здесь нихуя не нужно. Я пошел. Блять, обратно. А, сука. У тебя есть дочь маминой подруги? Сходи нахуй. А, нет, сюда нельзя, все, блядь. Нет. Ну ладно, я пошел обратно. Еще бы вспомнить, как я пришел. А сын маминой подруги, блядь, у тебя есть? Да я ебу, отъебись нахуй от меня. Я играю, блядь. Так, сюда. Записываешь? Сюда. Ты снимаешь? Кто, блядь, стучится нахуй? У меня в по... Блядь, меня сейчас реально страшно. Да кто, блядь? Чё за хуйня? Кто, блядь, это делает? Ладно, хуй с ним, это соседи какую-нибудь хуйню делают. Да, блядь, это не ты, у меня реально по хате кто-то, блядь, бегает. Иди нахуй. Никого нет дома, блядь. То есть скажи еще раз. Блять. Скажи еще раз фразу иди нахуй. Иди нахуй. Спасибо. А какого хуя карта? Че, блять? Открыто. Нихуя себе. А че, почему открыто? О. Ты про этот ключ? Ну я понял, спасибо, братан. Можно я его заберу? Кто, блядь, ржет нахуй? Ладно. Так, хуй с тобой, пацан. Да откройся, книга ебаная. Просто мне теперь куда идти? А, сука! Кто?
кто, блядь, это сделал? Андрей, у меня подруга спрашивает, почему... Нахуй. Андрей, у меня спрашивает, почему... Это подруга, почему я на своих девушек не драчу? Сука, давай ты без этой хуйни, а, братан? Вот это... Вот да, я так и знал, что тут щиток нужен. Да, да. Сука, этот ебучий звонок, он меня бесит уже, блядь. 8 лет, нахуй, он меня уже выбешивает. Ладно, хуй с ним, я пошел. Какой дальше. Звонок? Школьный, который. Ой, фу, ебать. Вспомнил, нахуй. О, блядь. Чё, ты перешел в 9 класс? Ну да. А я хуй знает, я вроде тоже. По крайней мере, я забил да хуй. Да хуел, блядь, дверь открой, сука. Ну ладно, я пошел в другое год. Место. Хуй с тобой. Чувак, я половину итоговых контрольных не сдал, блядь. Молодец. Думаешь, я сдал? Ха. У нас основная, чтобы, блядь, переводные именно, это математика и физика. Математику я на 3 сдал, а физику я хуй забил. Ты кто, блядь? Физика у меня 2, блядь. Да мне как-то похуй уже, чувак. Тебя что, в жопу присунули, что ли? Нет, иди нахуй. Тут какой-то хуй пробежал. Алиса, тебя нахуй послали. Прости, Алиса. Нет, давай. Да сука! Да блять. Алиса, тебя нахуй послали. Да куда? Ниже-то, блять. Подсобки, нахуй. Зачем? Ниже до уровня ширинки. Вот что-то ёбнется, блять, еще. Вот давай, ёбнись что. Тут ящик стоит странно. Ёбнулся. Вот да, давай. Ты чё ёбнулся? Вот, ща ёбнусь. Да сука! Пидор. Шерсть здесь нахуя, блядь. Ну потому что кто-то брился и забыл убрать за собой. Бля. Я ебал, да, ебать его в рот, блядь, сука. Я ебал, меня сосали. Я ебал, меня сосали. Может, не я футбольный мячик. Ага. Я понял. Понял. Я ебал, меня сосали. Я футбольный мячик. Блять. Я ебал, меня сосали. Я футбольный мячик. Ебать! Ты кто? Ваш форт надежный друг вашего блядь. Сердца. Усиленный калием. Иди нахуй, Димби, это пиздец. Вашего сердца. Усиленный калием и магнием. Здоровье вашего сердца. Блять. Пизда, соседка. Сука, какой нахуй Валар? Боярышник форт надевал. Выключи нахуй. Блять, я бы сейчас не отказался от боярышника. Ебать по лестнице пролетел, это пиздец. А, бля. Кертейкер, блядь. И тот, у которого я ключи спиздил. Ну, понятно. Ох, блядь. Ну, нахуй, вот здесь поприятней. Ага. Мне еще в 5-ю комнату идти надо. 3-я. Ну, закрыто, как всегда. Вот если вот двери такие, то они закрыты. Ебать. Здравствуйте. Ааа! Ебать, пацаненка ёбнули. Бедный пацан. Ну, а пропустить меня нет, вообще не судьба. Пиздец. Мне что-то здесь еще сделать надо, я понять не могу. Я сосед дурит, тебя поцелует. Пошел на. Я сосед дурит, тебя поцелует. Такуми, блядь, звали ебал. Кто здесь Такуми, а, блядь? Ты. Ты себя возомнил Такуми, блядь. Тихо.
падике пахнет планом. Медленно тлеет скан. Еле с дурдома съебался в плену зализанных ран. Четыре белых стены, четыре белых дороги, четыре буквы на сердце ведут на свет мои ноги. Я протыкал криво, я проливал пиво, я поджигал плохо. Может, я заткнешь, нахуй? Года летели в загоне, загону в сутне легка, блять, ошибся. Года летели в тумане, загону в сутне легка. Что-то там хуй его знает, в глазах больная душа. Я не могу взять записку, блять. А ты возьми за пиписку. Ну, блять, алло, чё за баг? I come to make an announcement. Shadow the Hedgehog's a bitch ass motherfucker. Поздравляю тебя, я уже записываю, блять. Правило. Ебать, нихуя себе, вот это... Ютуб, привет! Она на русском! Она на русском, это кайф! Так, отсюда. Привет, Ютуб, мама, я в Ютубе, знай. Я кончил, не помыл руку, дай мне пиздюлей, а то мне с маму лень. Ты стрим видишь? Нет, я тебя наебал. Пидорас. А чё за белые стёкла валяются возле ступеней? Ну понятно, короче. Вот этот хуй меня попросил в хату зайти для съемки какого-то фильма, блять. Ну, наверное, порнофильма. Я хуй. Кто меня ударил, блядь? Ты споткнулся, долбоеб. Ай, нахуй. Об ковровую дорожку зажался, хули. Ебать. А ты снимаешь? Да. Камеру вырубай. Нихуя себе. Ебать. Может, ты со мной на стройку пойдешь работать? Ебать, я могу холодильник туда-сюда ебашить. Ладно, так. Там динамит. Это? Угу. Какая-то коробочка, а не динамит. А, это сигары. Чтобы жопу тебе. О, ходить. Ебать! Дверь на второй этаж открыта. О, заебись. Чё? Ты видел его, блядь? Это хоррор-карта? Да, блядь. Я его не видел. А я его видел. Чё, очково? А, блядь! Братан, я не вижу опять стрим. Это часть кос... Я понял, я просто угораю. Какого хуя? Где, блядь? О, можно я себе мозги выкручу сразу, блядь? Да, блядь. Я не хочу туда идти! Какого хуя? О, нихуя, бля. Лопата. Можно я возьму? Нет? Хуесос. Так, блядь, не делай так. Ой, ёпт. Нихуя. Да ты, блядь, делаешь вдохи, ебать. Я ебать тоже обладаю. Да блять! А чё происходит? Я понять не могу. Сука! Да ты, блядь, дышишь мне? Кто? Ты, блядь, о! О, а можно поиграть? Пожалуй. И сейчас он такой... Блядь, не могу пройти. Слышь, и сейчас ебло его такое вылазит, и ты ему дротиком прям в ебальник. Кто, блядь, дрищит? На толчке, блядь, дрищит кто-то. Блядь, а кто звуки издает, блядь? Это я хожу по микрофону. Чувак, не понимаю, что происходит. Открой дверь. Я не могу ее открыть. I come to make an announcement. Shadow the Hedgehog's a bitch ass motherfucker. Хули тут так мало? Знаешь, это точка, бля. Хули.
2. Почему так резко? Это охуенно. Ты выиграл пистолетом. Блять. За что? О, я прыгать могу. Теперь а что, до этого не мог? Да, я до этого не мог. Ну, скорее всего, карта сломана, нахуй, просто. Просто в щи. Иди попробуй пистолет взять. Да, хуй. Попробуй нажать на планшет. О, что-то открылось. Дверь в конце. Нихуя себе. Блядь. Я думал, сейчас что-то будет скример, типа. Блядь. Нахуй здесь дырка, блядь. Сука! И ради этого я проходил эту карту. Да-да. Идите нахуй просто, блядь. Спасибо нахуй, я поел. Ну-ка. Забей. Нихуя себе. Ебать. Чё? А как начать? Я начал. Ладно. Нихуя. Чего, бля? Это что за хуйня? Нихуя. Это катсцена? Да. Найденный футаж. За кулисье, бля. Я провалился за кулисье. Нормально. Backrooms. Horror map VHS Wines. Бля, бля. Чего? Чего, бля? Чё? Hello? Hello? Hey, guys. Нифига себе. Hello? О! Is someone there? Да, блин! Не надо, я... Тебя я не боюсь. И опять я здесь застрял. Я не понимаю, в чем прикол? Это хоррор? Ну как бы да. Но я застреваю в одном месте и все, и пиздец. В смысле застреваешь? Ну вот, блядь, видимые стены, блядь. Нахуй они нужны, эти невидимые стены ебаные, блядь. Опа. Бай.
Так, значит не в эту сторону. А сюжет говно. М? А сюжет говно. Ну, блядь, этот сюжет придумал 16-летний паренек, который как бы еще параллельно учится и делает в 3D. Can anybody hear me? Блядь. Hello. А по-моему мне пизда, чувак. Нахуй, это туда. What the hell? Сиреноголовый? Нет, это просто монстр. Успел прыгнуть туда. Блять, это охуенно, чувак. Да прыгни, долбоёб! Fuck you. Интересная хуйня, да? Да, очень интересная. Куда мне дальше идти? Сколько мне так идти, бля? Воу! Нихера. Понимаю. Теги какие-то. Тегнули мусорку. Нихуя. Выход? Это опасно. Нихуя себе. Нихуя себе. А тут прыгать можно? Ты специально медленно идешь или тут можно быстро? Нет, тут специально сделали так. Я не могу дальше, типа, быстрее идти. Ага. Ну ладно, поднимаемся. Опять я здесь! Назад можешь вернуться? А я хуй знает. Почему у тебя ТП-шит? Это так задумано по сюжету? Да, это как бы типа кадр меняется. Не, ну типа твое сознание просто, да, меняется и разные параллельные миры создают. Нет, это типа как бы... Блядь, забей. Художественный стиль. Чё за звук? А чё, мы встали?
Да ты заёб нахуй! Всё, он отсюда вылезет. Давай, баран ебучий. Ну, здравствуйте, приехали, что все? Здравствуй, фистинг в облаках. Игра. Что мне делать? Дрочить присядку. Чё за хуйня? Ну ёбаный ты рот, нахуй ты застрял. Ну и чё это, ебать? Я пропустил. На записи посмотришь. Не, ну точнее, я видел. Он чё, резко вылез из угла, типа? Да, блядь. Ебать. Это конец? Да. Это титры. Офигенная карта просто, я ебал. Это гений вообще. Вот это самая офигенная карта, которую я играл. Из хорроров вообще. Вот чувак, Кейн Пикселс. Вот он самый оригинальный чувак, который сделал Бэкрумс. Ну вообще, это... Бэкрумс, он вообще пошел от Фочана, типа. Чувак просто нашел фотографию или сделал сам. Ну, в фотошопе. Фотографию вот этого зеленого уровня первого, нулевой, по-моему, называется вообще. Вот. Ага. И назвали его Зуглиси. Типа там дохуя уровней, всякая хуйня. И вот Кейн Пиксельс, он сделал типа найденный футаж, видео, что происходит в, так скажем так, за кулисье. Ну так понимаю я, это мое видение. Ну карта балдежная вообще, уф. Ну уф, да, она неплохая. Уф, вафля, бля. И знаешь, не скажу, что прям сильно было страшно. Прям вообще ебать срался нахуй каждую минуту. Но, блин, нормальное. Страх такой, понял? Среднячок. Качество тоже охуенное. Карта охуенная сама по просто себе. Просто кайф. Физика тоже охуенная. Так, ладно, чё, ещё одну пройдём? Хотя не, у меня уже это всё.